И в завершении традиционный обзор главной городской газеты, о чем напишут журналисты «Вечернего Мурманска». Как проходили выборы нового главы муниципалитета и кто в итоге победил, можно узнать из нового номера «Вечернего Мурманска». Административная комиссия Октябрьского округа рассмотрела дело Евгения Сюсюкала. Напомним, он изрисовал краской парапетную стенку у памятника Николаю Чудотворцу. Какое наказание получил вандал? Как Иосиф Кобзон сорвал отчетно-выборную конференцию в Мурманске? Кто потерял в нашем городе первого космонавта Юрия Гагарина? Для кого Заполярье стало стартом на международную дипломатическую арену? Об этом читайте в свежем номере «Вечерки». Что может быть тоскливее для ребенка, чем больничные будни? Но теперь в Мурманске появились люди, которые радуют маленьких пациентов праздниками. Полина Захарова рассказала читателям «Вечерки» о своей трудной, но очень нужной работе.